Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Сколько вам лет? Мне 20 лет. Вы студентка? Я студентка Казанского университета. Кто ваши родители? Мой отец русский. Он работает в университете преподавателем. Моя мама татарка. Она работает в университете. На каком факультете вы учитесь? Я учусь на факультете вычислительной математики и кибернетики. Кем вы хотите стать и где вы хотите работать? Я хочу стать экологом. Я хочу работать в экологическом центре. Каким языком вы владеете? Я очень люблю английский. Я разговариваю по-английски. Я немного понимаю по-немецки. Какие вещи вы любите носить? Я очень люблю яркую одежду. У вас есть хобби? Я очень люблю готовить вкусную пищу. А любите вы смотреть телевизор? Я очень люблю смотреть телевизор. У вас есть любимая телевизионная программа? Моя любимая телевизионная программа «Взгляд», потому что там я нахожу для себя много интересной информации. Света, по вашему мнению, каким должен быть мужчина? Я считаю, что мужчина должен быть умным и сильным. А женщина? Я считаю, что женщина должна быть обаятельной и заботливой. Вы любите путешествовать? Я очень люблю путешествовать. Куда бы вы хотели поехать? Я очень хочу поехать в Соединенные Штаты Америки. Здравствуйте, меня зовут Светлана, мне 20 лет. Я живу в городе Казани, на улице Заря, в доме номер 32, квартира номер 35. Мой отец русский, он работает в университете преподавателем. Моя мать татарка, она работает в университете. У меня есть брат, я замужем. Я студентка Казанского университета. Я учусь на факультете вычислительной математики и кибернетики. Моя будущая специальность – программирование. Я хочу стать экологом. Я хочу работать в экологическом центре. Я не очень люблю немецкий язык. Я немного понимаю по-немецки. Я люблю английский язык. Я разговариваю по-английски. Я люблю яркую одежду. Я люблю спортивный стиль. Я люблю классическую музыку. Мой любимый писатель Достоевский. Я очень люблю смотреть телевизор. Моя любимая программа «Взгляд», потому что там я нахожу для себя достаточно информации. Я редко слушаю радио, и у меня нет любимой радиопередачи. Я люблю смотреть развлекательные фильмы. Я считаю, что мужчина должен быть мужественным, сильным. Я считаю, что женщина должна быть обаятельной и ласковой. Мое хобби – приготовление вкусной пищи. Я хочу поехать в Соединенные Штаты Америки. Где вы живете? Кто ваш отец? Где и кем он работает? Кто ваша мать? Где и кем она работает? Есть ли у вас брат или сестра? Вы замужем или женаты?
Вы студент? На каком факультете вы учитесь? Каким специалистом вы хотите стать? Где вы хотите работать? Вы любите английский? Вы говорите по-французски? Вы любите модные вещи? Вы любите красиво одеваться? Вы очень любите классическую музыку? Вы любите смотреть телевизор? Вы слушаете радио? Какая ваша любимая радиопередача? Вы любите смотреть развлекательные фильмы? Каким должен быть мужчина? Какой должна быть женщина? Ваши хобби? Куда вы хотите поехать?